Душная овчева, учешу тебе уши, что примечательная игра обещает быть занимательной. Ищите меня в списках VIP, не там, где диско, где рэп, R&B. Вова, меняешь амплуа? Расширяешь горизонт. Вспомнил молодость. Да. Ну что, давай тогда с вас и начнем. Будешь на кулачке драться до мая? До мая нет. Не, да, все понятно. Ну, это я так и знал, как мой менеджер и ходи сказал, что он очканет. Зрители много писали. Я думал, значит, да, я скажу, потом будешь говорить. Зрители много мне писали, что он с тобой на кулачку не выйдет. Кулачки со мной боится драться. Давай по боксу подеремся. Следующий бой у нас с Хадисом будет. Мы же общались на эту тему. Я хочу драться, пацаны. Мне 33 года, я скоро сдохну. Каждый вот месяц я готов провести. Серьезно? Да. Кто здесь чего-то боится? Это даже, ну, некрасиво такое говорить, на самом деле. Я просто на это не обращаю внимания. Обращать на все внимание тоже неправильно. А по поводу кулачки, некие ступеньки, по которым я хочу идти, чтобы расти, а не просто, чтобы каждый месяц драться, а к 30 годам мне говорили в это ухо, а в то он вылетал и больше не понимал, что о чем разговаривать. Мы не сливаемся, да, просто идет время.